падают. Это на самом деле тупо вот самый стыд из 20, там, из 10 РДД не поднять сверки. Это, блядь, надо быть очень, ну, очень-очень плохим. Я с собой играю, две сверки держу. Что вы просто мазохист, потому что Леха вам по косарю начисляет, а вам иногда здесь даже сотку жалеют начислить. Любят они пожестче. Да. Наплодились, нет еще? Начислили ты сами, ну ладно, зато все четко это быстро проходит. Зато все быстро. Такой же вопрос. И убивается, типа, блядь. Ты, блядь, не можешь там с 10-го пула понять, что, блядь, надо выбегать, но это твои проблемы, по-моему. Только твои. Ребят, разговор ни о чем, вы ни к чему. Конечно. Конечно, вы ни к чему не придете. Я не знаю, что вы начали. РЛ решает, все, вопросов нет. Это просто по организованию и к вопросам. А какой уже РЛ? Это не надо вот здесь вот эту хуйню разводить. Леху попросил, пообщался, Леха тебе скажет свое мнение. Все, он ГМ. Если тебе не нравится РЛ, пожалуйста, если претензии. Если вы хотите, может Леха сидеть на стриме и вам выдавать по косарику ГП. Такое ощущение, что вы сидите со старшим братом и потом бежите. Папа, папа, помоги, он меня обидел. Серьезно. Нет, просто он спрашивает по поводу компетенции офицеров. Объясню так. Есть правила, в которых написано, если ты сдох по твоей причине 100 ГП, если причина привыкла по 250. Понимаешь, некоторые офицеры даже не знают правила, которые есть. Был такой момент тоже. Так покажите пальцем на него, пожалуйста. Да, ты предложи эту тему, пусть уберут этого офицера. В чем проблема? Нет, может быть, он и из-за сферы. Если ты имеешь в виду, если ты имеешь в виду меня, например, мне вообще похуй, я его не просил, и мне инициатива лишняя нахуй не нужна. Я лучше буду сидеть, ДПСить нахуй, им в трубочку молчать. Не, мне похуй вообще. Стоп. Офицер, который не знает правил. Извините, это кто? У Лёхи одни правила, Лёха всегда прав. А для всех остальных офицеров есть стандартное это начисление. Хуй, если скажешь, что это я, хотя я их сам уже и писал. Да, между прочим. Ну а насчет пожестче я уже говорил. По крайней мере, ну как сказать, ну мне неудобно, например, вот честно, мне самому стрёмно, например, вот так сгоряча ебашить по косарю ГП. Я вот так не хочу, например. Я вот стараюсь как-то по минималочке обойтись. Слушайте, мы прошли нормально CLK, мы пробежали его. Мы могли бы быстрее, если бы все были бы на мейн персонажах. Первое, не второе. А могли бы быстрее, если бы не было бы две смерти на профе. Согласны? Согласны. Причем тупые. Да, кто сдох на профе? Почему так не получилось? Вопросы к ним. Все остальное прошли нормально. Я считаю, что как бы... Можно было даже и не начислять вообще никому ни за что. Ну, это вот с моей стороны. А никто ничего не начислял. Ну, РЛ всегда прав. РЛ хочет, РЛ начисляет. Я начислил за сферы, которые не должны падать вообще. И причем начислил сам себе, включая всех РДД. Еще два босса в оке добивалось, получить вот это. Да, еще как бы... Ока я не был, там Маша была. Не знаю. Че, Леха, завтра во сколько там будет у вас джайна? Да. В ока все было зашибись. Все с первого трейсница. Ну смотри, 12 начинается. Сначала Синдра, потом Лич, потом Джайна. По порядку. Окей. Я буду на сове на своей, на мейне. Да? А чё, миликом на свет смотреть так? У тебя ж там не будет на своей сове, чем, блядь. Милики на свет, да. Конечно. Я могу дать ссылку на РС-ку, на стрим. Сам старик, смотреть там. Нехуй, выходит трэш, ух, без трэш, все. Да какая разница, дай ссылку, лишней не будет, во флудилку кинь. Да, посмотрим. Лишней будет. У нас есть сайт в курсе, да, ребят? Я в курсе. Знать тактику, я думал, может что-то новое там. Слушай, лишнее не будет. Кинь во флудилку ссылку и ничего страшного не будет. Некоторые затопят, некоторые, знаешь, как здесь ведут себя. Зашли, например, ничего нет,
смотрят во флудилку, что-то скинули, они сразу нажимают, кликают. То есть я тебе говорю, лишнее не будет. Если есть возможность, скинь. Так и все равно потом все приходят на РТ. А что по тактике? Ну понятно, сделать. Здесь. Ну, даже это уже. Люди удосуживаются посмотреть. Да, есть такие, зависит. Которые в календаре. Но это не все такие. Нет, не все. Ребят, но это не все такие. Так вот, чтобы не были все такие, я и говорю, лишнее не будет, лучше можно закинуть. СДВМ много таких, как они. Блять, у меня на сайте не выложено. Сейчас Калиона выложу. Зера, зачем ты кольцо сролил с мастерством? То, что у меня мастерства нет. Мастерства нет? Да. Как может быть таким бомжом со штанами? Вот ты с этим кольцом доебался до него. Просто интересно, у тебя шея не просто? У меня нет глифа на печать. Я понял, я понял. Биг Бабл, запомни, тебе пиздец. Если... Ты опять там это, на БГ что ли? Да, я просто... Лёх, он тебя убивает, и ты ему сразу хуяк соточку. Он тебя второй раз убивает, ты ему еще одну соточку. Сколько леса у тебя в паде? Слушай, ну они с Димоном, они пизда, я хуй знает, они чё они друг другу наговорили вообще, но ну, они ебашатся день и ночь на БГ. Я как не зайду, они онлайн, это пиздец какой. Просто ночью ходят нормальные люди, и при реге ты всегда попадаешь с одними. Да, то есть ты уже знаешь, выиграл. Так давайте уже доберем, сука, стандартных хилов, я ПВП или мы одену, и тогда будем письками мерить. Процент побед намного выше ночью, чем, блядь, там другое. Вот во сколько ночью, это поскольку? Не вот эта вот хуйня, которая шестикатная там регает, а там вторые, там, ну с первой по третью карты ходят. Кто будет хилить тьму? Скажите мне, Лёха. Сейчас ночи получается до 5-6. Слышишь, Лёш, кто будет хилить тьму? Так у меня 8 утра, да. Я сегодня ворвусь, значит, а да? А кому хилить? Он старик есть, есть этот, блядь, Денчик. Пиздец, я так и знал, что лофаться раньше надо, все настроение мне испортило. Конфи тоже неплохо хилят для своего крипа. Я просто, если какое-то бревно, я бы что-нибудь сказал, например. А там один хилит, Гевка? Охуеть. Ну, типа в идеале два хила. Во тьму. Рукожопый шаман тебя вообще ничем не смущает, да? Я смотрю. Старый. Я смотрел. Привыкай. Вот этот стрим Гевка, который ты в этом дискорде включал. Найтин, когда где ты хилил. Я думал, ты один там хилишь. Нет, мы вместе с Элбрилом хилили. Гевка, они не смотрят. Ну, типа, в два хила там очень это опасно, я бы сказал. Потому что если какой-то хил выносит мет, да, то в этот момент, ну, может сложиться, как ты выносишь метку, и по танку там проходит клиф, дыхание, рука, типа ты не успеешь захилить его просто. Но в идеале в два хила ходи. Потому что в свету. Ну, в свету типа оставлять холли паладина, потому что там больше точечный идет урон. По миликам, которые бьют трэш. Ладно, на этом КД без холи паладина вообще убили. Нет, я говорю в идеале. То, что я холи паладина в свет. А у Е хилов во тьму. Ну, рестор друид там пока тут, скорее всего, будет. Просто, например, ну, рестор друида не хуй делать в свету от слова совсем, да, его 100% во тьму. Ну опять же, больше котов, больше хуриков. Ебать, мы уже РС-ку обсуждаем, у нас еще на хуй с ним лечь. Нет, и там этот трэш лечам... на лича мы приспособились уже убивать, а вот Джайна я что-то боюсь, блядь. А, вообще. Джайна, ну да. Простой босс. Изи. Да понятно, что простой, но... Убили-то мы не победно ее, а убили-то... Победно мы убили, мы почти... Знаешь, когда вот так же мы на Личе первый раз, когда убили. Худо как убили, если честно. Следующий, потом уже нормально. Мы первый раз, по-моему, так же убили, если память. Ну типа криво-косо.
стало же, да? 600 к 1 второй. Да, там 600 или 400 тысяч стало. Можно было в два бомжа добить. Да просто ДПСа дохуя, я вам сразу говорю. Ну если да, просто дохуя ДПСа. Да, было бы пизда. Я хуй знаю, сколько мы бы ее траили нахуй. Пока я уже бы на пенсию ушел нахуй, наверное. Ну, то есть мы первый раз убивали, у нас было два полноценных купола. И потом после еще второго купола мы били. Ну, когда мы ее убили, ты видел? И мы, если бы кто-то чуть-чуть поджал бы пару обилок, ну, до второго купола. Даже на купол, ну, да, мы бы даже не перевели бы ее. Подожди, там 3% нахуй, я вообще охуел, когда увидел. Мы типа два купола бегали, потом еще били. Когда, ну вот, первое убийство. Я тоже так говорю, ДПС дохуя эти не разбили. Метки-то не разбили. Метки? Ну там типа смотри, во-первых, возможно, стояли рядом метки, да, и друг друга дамажили. Типа, ну, раз. То есть ДПС просто повысился и все. И ну, там... я имею в виду урон по цели. Там, ну, по-моему, я стоял точно с кем-то рядом. То есть мастера. У нас раз в секунду 10% уходило. Просто, ага. Типа, ну вот люди, на которых кидаются метки, хилы такие, как, например, Holy Priest, да, ТЦ и Restore Druid должны сразу накидывать ходы. Когда, блин, эти люди в метках могут стоять, там, не знаю, по 30 секунд и нихуя не будет. Так да, понимаешь, я... Гена, вот... В этом вся и все и отличие, вот эта фишка. Кто-то проявляет инициативу, а кто-то похуй. Вообще, кто-то думает наперед, а кто-то нет. Вот эта проблема, да. То есть, вот эта проблема ДВ состава. Я вот ее давно уже видел. Потому что думать наперед, это самый, блядь. Ну ты же знаешь своего персонажа, знаешь своего скилла, знаешь, что сейчас заюзает босс. И вот чтобы кинуть, например, ходу на того, на кого повешалась ветка, я тебе даже вот честно могу сказать, если даже там на ком-то и висело, если стрим пересмотреть, то это совершенно случайно, скорее всего, от того, что он просто раскидывал по рейду ходы. Может, просто знаешь, у кого-то не настроено, потому что босс все-таки кастомный, да? И то есть, ну, в силу, так скажем, неопытности, да, еще все дебафы, ну, не вытащили люди. Да? Ну, как бы, я согласен. Это проблема озвучивать на ком метке. Нет, ну понимаешь, смотри, для хила, окей, метка, получается, 5 секунд, после чего цель замораживается. У тебя есть 5 секунд, чтобы накинуть 5 ход, да? То есть ты пока увидишь людей, да, вот на кого кидать, пока ты их найдешь в хилботе, у тебя уже пройдет много времени. А так, например, когда у тебя, ну вот лично у меня открыт воду, у меня все дебафы там, ну, обозначены. Я сразу вижу, хуяк, 5 целей, на кого будет метка. Ну, слушай, сразу ход накинул, все. Я тебе тоже могу сказать, вот я хилбот скачал, да, например, и хуй вообще туда залазил, ну, кроме заклинаний, конечно, которые ну ты вот, и типа кликать да. должен. И у меня все показывает, вот я тебе так говорю, на стандарте. На Джайну? У меня просто, как его, темно-красного цвета и эти метки появляются. А там любой такой, любой такой. Странно, кстати. Можно прописать, вот в грид можно прописать. Может они добавили. Просто лично я в Вуду сам все эти дебафы вписывал. И бурю, да? А если чел мне скидывал хилбот, настройки могут сохраниться? А, ну да. Тогда, скорее всего, это так и есть. А, мне ну просто... да. Мне просто скинули. Значит, он прописал сам туда. Ну, логично, я за это и спрашиваю. Я говорю, тогда я хуйню сморозил, тогда ладно. Ну, просто как бы босс кастомный, и по идее там не должно быть всех этих, ну... Сирусовские хилботы. Ну, если только, ладно. Да, сирусовские хилботы они добавили сами. Ладно, ребят, это... Пошел я рано оставаться. Спасибо за рейд. Спокойной ночи. Кто-нибудь знает, чей твин Иисус Вар? Или он у нас в гильдии раньше? У Аскелона спросил, он знает вроде. Ну, это понятно, не хочу там спрашивать. Потому что он меня знает, а я его нет.
По-моему, он раньше в гильдии был, если не ошибаюсь. Просто он мне как раз про любой и продал бы теперь. Вагон Фарада. Ну, Аскелон вроде точно должен быть. Потому что я помню, какое-то там время... Там Рейди и Аскелон был, и Ника была. Остальных не гляну. Не, не знаю. Просто фуриком, когда влетаешь в какую-нибудь шестую кату на БГ, там тупо ваншот. Я с низины вышел со счетом 42. У меня где-то скрин есть. Сейчас попробую поискать. Типа я с совой играл тоже на низине, там был. Что-то прям такой счет ебанутый. Я просто представляю, если армсы делать, туда скрутил типа, а, ну 36 на 1. Типа, я сыграл на низине совой. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не... Просто пока вот эти первые там 50 игр или сколько, тут вообще одни шестые каты, просто заходишь, ПВЕшь. Это рандом у тебя был. Это рандом. У меня уже пятая БГ так идет. Это не зависит от рейтинга. Оно до того, как ты сыграешь определенное там количество игр, тебя кидает с мелкими. Не знаю, у меня не было такого. Также эти ноги горы сейчас бегают в этом же составчике. А, не ноги горы, этот не гони, который. ДКшка. Блять, это этот что ли? Гибрид нахуй. Типа я помню тоже, когда БГ-регал, попадался этот Нига, бегал в гибриде. Бля, его сложно просадить. Пиздец там. Ты вроде его отбил, он типа, отсидел. Сразу, знаешь, бегу, я сразу в таргете, блять. У него. Я, естественно, сразу его, типа, фокусил. Причем я на скриптера нарвался, он, блядь, в каст стана личку, ну, койл давал мне поставить. Просто в каст стана койл. Ну, в паловске, я имею в виду. Он, блядь, задержка у него.
Блять, не могу понять, что меня сильно очень замедляет каст. Я не могу хилить от слова совсем. Вообще, блять, не. Ты что на бутылке? Что в другом спеке? Что у противоположных? Я в холле плавил. Замедление есть у аркан мага. Аркан? Насколько замедляет? Сильно вообще? Не знаю. Мне вспышка света кастится 4 секунды, блядь. Хотя просто... на секунду кастит. Может, проклятие красное изучил на тяге, да. Типа я вообще кастовать не могу. Хотя там... Да, там есть мах аркан. Есть... Окей. Это диспелится же хрень. На мне нету дебафа. Я бы дебаф-то увидел, наверное. Блять, заебали эти лемы. Которые постоянно шоп. У вас шоп... скорость передвижения и дальнего боя, блять, не успел почитать. Мне просто в ходе палки такое ощущение, что вообще не хилит. Всем привет! Привет. Извиняюсь за вторжение. Пианист. Дружище, что там насчет пухи? По поводу какой пухи? Я тебе просто в ЛС писал, ты не отвечаешь. Ты меня заигнорил, походу. У меня закрыто. ЛС, дай на БГшку. По поводу какой пухи? У меня друг есть, мне ему на ДК пуха нужна. Я тебе голда закину, ты ему пуху сможешь? Что через Фарада? У нас есть Фарада, который за это все. Мне по поводу лута, шмота и всей этой херни. Лично мне. Да ученые меня разозлили, что ли? Нет, просто Леха есть люди, которые, блядь, выполняют там участие обязанности кое-какие. Обращайтесь к тому, кто этим занимается. Фарада занимается, обращайтесь к Фарада. Не, я понял, вы меня с гильдии кикнули заслуженно. Я понял, я заслужил то, что вы меня с гильдии кикнули. Я вам голда заплатил, мне пуху просто выбить и все. Этим тоже занимается Фарада. Я тебе сказал ник, все, ему пишешь, с ним разбираешься. Миша, ты же здесь, ответь. Миша. Дискорд ему отошел, же. Да он здесь, в Дискорде же. От компьютера отошел. Ну, за компа, может. О, Вага, привет. Извините, что побеспокоил. Вага, карочка, хил. И шпшка будет немножко заебывать. Урарпан. Пиздец, как этот фир заебал меня просто уже. Хоть перекачивайся в антифир вет. Погнали на это. Чудо 78 какой-то пал. Жанны. Погнали на... Да, на лесопилку. Попал на Библа, слил десятку рей. С того, что у меня, блядь, никто у Библа убить. Мне хоть... Так он нормально хуярит, ханты, пиздец. Ты еще резал меня разъебывать за саленс, паладина моего. В А9. Тупо за саленс.
хуй знает, что он там с другими бомжами, как он их разносит, просто кабин. Пабл. Троллят, пидоры. Сваливай, Вага, я в хексе. Ты пиздец. Иду на середину. Чё, красиво вас наказали? С вами, кстати, еще воздух был. Бибик, ты когда-нибудь спишь? Я вообще тебя даже пробить не мог. Чё? Воздух, блядь, бьет по тебе, а толку от этого ноль, блядь. Да я знаю. Чё, блин? Ты когда-нибудь спишь? Да. Во сколько вы спать ушли? Ой, ну я где-то часов 5, может, 5:30, а потом еще пришел раз, еще раз пианиста наказал и уснул спокойно. Я не спал вообще. Ты еще на оке с кислым они дрегали. Я не спал вообще, но это. Ну я типа там КВНчик смотрел, там фильмец перерывал. Че, тебе спать не хочется? Я бы давно бы уже закимарил. А я пошел такой, это... Да не, просто хочу сегодня на часов... Ой, 12, 9 часов вечера лечить. После целка обычно 3 часика поспать и... И опять бегаешь. Нормально, 3 часа, здоровый сон. И 4 часа. Минимум. Нет, это мало очень. Нет. Минимум 6 или 8. Ну 8 это здоровый сон. Это в армии все просто. Блять, я не знаю, что у меня за шмота, может у меня там кошмар, блять, какой-то. Там он же на кас не влияет. Там кошмар на кас не влияет. Так мы говорим не про здоровый, а про минимальный. А ты джагу кидаешь? А насчет нее там скорость. Она же стакает скорость каста, по-моему, не? По-любому не кидает и кричит, что мало скорости. Ну, это все равно не 4 секунды флеш. И ты просто привык, что там от прока, по идее, еще флешка меньше кастуется какая-то. Да флешка только мгновенно. 2 с половой должен кастоваться свет небес, но вообще у меня 2 с половой. Флешка... флешка меньше. 4 он, секунды, 4. Это и он поймал замедление от Арканмага, скорее всего. 4 секунды. О, маг есть, почитайте, да и замедляет каста-то или нет. Да не, я в перерывах, типа, еще тут кимарю по полчасика. Знаю, если бы так не спать, а потом уснуть, то ж не проснуться. Нет, ты потом очень мало поспишь. На самом деле, я хочу график немножко, этот... нормализовать в плане ночам не сплю, потому что
Хочу так, чтобы захотелось спать и ночью. Как мы сегодня проиграли, да? В 2 очка была разница. 2. Да там не было разницы. У них 2 осталось, у нас 2 осталось. Ну мы добили босса, получается, и, блядь, кто-то сдох. Не, там 2-2 осталось. Им просто засчитало из-за того, что у них 2 точки захвачено было. Как они босса нам отдали до сих пор не? Поебали. Ну почти. Было близко. На самом деле надо было идти просто бить босса их. Так мы били, там же пизды дали все. Не, босс, который выжил это. Не-не-не, там мы дали всем пизды. Я прибежал, там уже все мертвые наши. Туда из-за этого они... И Кимарил может просто поэтому. Это что-то наши все дохнут. Только да. У тебя 2К есть уже, да? Да. Не хватает их. Ты уже можешь от 9 себе покупать. Нет, 2 топики. Вообще при хорошем раскладе 1 шмотка в неделю получает. О, 9. Ну да. У меня просто больше, допустим, вот мы сравнивали, больше, чем у Биг Бабла очков честь. Я пытался, знаешь, как обузить... Все равно у меня больше. Обузить пытался в курсе, вот когда ты переходишь, добавляются очки чести. Ты их, блядь, набиваешь, проебываешь, у тебя опять уменьшается, опять апаешь и опять, типа, есть. Не знаю, когда почему. Против тебя попадают, пепятся в ретрик. Тебя, блядь, никто не бьет даже. Да он 2 раза вилки прожмет и захуярит. 2 раза вилки? Да.